С добрым утром для меня и привет всем. Еду в город на массаж, а потом на работу. Вот. Запотели. Надо подождать чуть-чуть. Вот, у нас сколько сегодня? Плюс 7. Плюс 7. Что радует. Потому что минус 1 это уже все, капец. Вот, поэтому у нас плюс 7. И это радует. Я вчера из-за этого приключения с этим несчастным аккумулятором, который сел в самое неподходящее время. Я так напланировала себе, что я буду валять, а вместо этого проваляла дурака. Вот. Вместо этого проваляла дурака. Поэтому приехала домой. Доделала, у меня уже было практически, у меня было разложенные варежки белые, я их сваляла, положила сушиться, потом разложила еще темно-серые варежки, вот, и, собственно говоря, я их практически уже сваляла, то есть они схватились, но дело в том, что я уже посмотрела на время, думаю, не, я уже никак, мне уже надо спать. А потом думаю, нет, никак нельзя, потому что у меня начинается очередной рабочий забег, и времени катастрофически мало до ярмарки, поэтому я... эту красоту. Каждый раз, проезжая мимо этих мест, меня вода всегда завораживает. Не знаю почему, но как-то море. Какое-никакое северное, не северное, но оно море.
с массажем. Вот опять меня как эту самую раскатали, как бух черепаху. Но сегодня все-таки я хочу сказать, я практически только пару раз и пикнула. Так, мне на кого не наехать. Я так неудачно встала, потому что тут у нас одна спереди, вторая сзади. Удачно паркуется все время. Мне как-то так стрёмно проезжать. Лучше. Нет, вообще-то вроде как я прохожу. Прохожу. Прошла. Вот. Стрёмно он паркуется. Ой, как мне нравится это место здесь. Вид шикарный. Так, куда бы нам податься? Подадимся в эту сторону. Потому что вчера вроде как тоже планов было громадье. Так получилось, что пришлось несколько часов пробуковать в Трангидале из-за севшей батареи. Вернее, она вроде как и не села, она просто что-то с ней случилось. Она полная была, ее потом измерили, была полная. Но почему-то ничего не генерировала. Так что... И теперь я так думаю, что я еще пару дней буду находиться под впечатлением этого происшествия. Как копают. Так. Чашечку кофе сейчас паркану. Где оно дует? Что-то как-то я не помню. Чтоб оно у нас... Так. 2 часа. Фиг поймешь. Так, что-то понастроит. Макс. То ли оно до, то ли оно после. Копают и копают. Взяла чашечку кофе. И сейчас поеду домой. Там переоденусь.
Время позволяет. Потом переоденусь и на работу. Стургата. Большая улица. В переводе на русский язык. Так, там я выйду. Я должна выехать. Здесь раньше была вот как раз на углу одна из лучших. В общем, там, где делают всякие, выпекают тортики, булочки. Но сейчас, к сожалению, все это исчезает.